Немножечко. Олечка, у меня просто есть. Thank you.
14-17. Ну так сегодня, ни жарко, ни холодно, непонятно. Thank you.
Иисус, какие хорошие откидки. Мне прям нравится. Какие хорошие откидки. Мне прям нравится. Запасом, но это, конечно, в центр площадки. Не лучший вариант, но. Если бы вот так, Кость, вот это бы сделали, была бы прям пятерочка на окончании. Да, я когда туда пришел, я сначала собирался что-то одно, потом другое, в итоге не получилось. В итоге надо было вот второе сделать. То есть вот сюда уйти, уйти потом туда. Мне не понравилось. Просто пройдем. Но как бы сделал то, что надо. Thank you.
пальцы попытались, не хватило чуть-чуть. Размахиваем, она где-то там болтается, понятно ли. Когда смэш бью, бедачь бью, вот так. Да везде, везде, после всех ударов она болтается у нас там, по-моему, под коленом. Сначала полетел быстро, а потом прям настолько сильно оттормозился, думаю, не долетел. Остановочка, да, сейчас не вовремя была, но все правильно. Если бы остановка была вовремя, Костя бы подпрыгнул, его бы отыграл. Чуть-чуть. Поздновато бы. О, вот это все. Все нормально, просто какой-то есть. Все нормально, Олег. Костя не вовремя остановился. Да. Все правильно было в целом. Ну, то есть вот картинка вся была правильная, просто остановка не вовремя. Я не могу с ним много.
попытка интересная, конечно, после этого упражнения, после нашего. Ну, да, но понятно почему. Я сейчас только не задумывался.
войти. Нет, все-таки мысль Екатерин была правильная. Правильная, мне понравилось. Выпады можно поглубже, Екатерин. Говорил про то, что у него проминаются пятки. Я хотел посмотреть, как у вас они вообще, как работает пенка. Розовая.
топовая ракета. Да. Хорошо. А, она выдерживает больше. Она и выдерживает, и держит.